Возможное вмешательство России в выборы президента США снизило рейтинг Дональда Трампа на 25%. Об этом он сам написал на своей странице в Твиттере. Американский президент считает, что если бы не слухи о связях с Россией, показатель был бы на четверть выше. К тому же Трамп обвинил демократов и спецпрокурора Роберта Мюллера в целенаправленном использовании скандала, чтобы снизить поддержку республиканцев на промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре этого года.